Так, добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию. Несмотря на то, что наших коллег-журналистов мало, но мы ее все равно начнем. Потому что в предварительных сейчас разговорах мы поняли, что на пресс-конференцию пришли журналисты, которые любят этот город. Остальные, видимо, его не очень любят. Тем не менее, акция «Алма-Кала. Возрождаем город-сад». Она уже подходит к своему пику, эта акция, и у нас сегодня в гостях люди, которые организовывают это мероприятие, эту акцию, и объяснят все, что там должно быть. Бикнур Кисиков, президент Евразийской ассоциации франчайзинга, Константин Навешин, предприниматель, Гульзира Мантулина, президент фонда «Эльдани», Даурен Жолдаспаев, представитель движения «Посади дерево», Думан Капасов, руководитель велообщества «Велостан.кз», Жанна Спунев, член оргкомитета «Алма-Кала», и Алия Жумакенова, координатор оргкомитета «Алма-Кала». Это все люди, которые с разных отраслей, с абсолютно разными вещами занимаются, но они объединились вот в этот вот в это движение, которое хочет, чтобы наш город был красивым и зеленым. Пожалуйста, Бикнур, вам слово. Добрый день, уважаемые журналисты. Спасибо, что вы сегодня пришли. Как вы знаете, мы в прессе везде обсуждали и информировали о ходе движения «Алма-Кала», как все это начиналось. Напомню, что инициатором этой акции является наш друг Ирлан Стамбеков. Мы и его друзья, его партнеры, мы все пришли, чтобы поддержать эту акцию. Мы действительно являемся представителями разных отраслей, разных сфер. Поэтому мы все объединились одним общим желанием, чтобы сделать наш город лучше, чтобы привить уважение к своему городу. Алма-Кала – это не только гастрономическая, кулинарная или садоводческая активность. Это в то же время создание некого культа своего города и взаимоуважение со своим местом, где ты живешь. Поэтому мы хотели бы сказать, что уже сегодня нас поддержали очень много людей, очень много горожан, которые, несмотря ни на что, выставляют свои деньги, которые помогают средствами и тому подобное, лишь бы вот наша акция состоялась. На сегодняшний день мы можем уже похвастаться, что 29 марта мы уже создали сад Алма-Кала, это вот городок Жанакуат, благодаря господину Терещенко, который подарил нам 1000 саженцев, мы уже начали саму акцию с этого городка. 5 апреля у нас будут посадки в Турсибском районе, а также в некоторых частях города, и 12 апреля. Я хотел бы сейчас передать слово Константину Авершину, а также Гульзире Амантулину, чтобы они рассказали о своей части. Добрый день, уважаемые друзья. Как справедливо отметил вот наш уважаемый Бикнур, инициатором акции является наш друг, старший брат Ерлан Стамбеков. К сожалению, сегодня он присутствовать не смог, у него ряд важных встреч было запланировано. От себя хотел добавить, что акция эта, которая пройдет у нас вот в несколько этапов, заключительный этап 12 апреля, это первый шаг на пути к тому, чтобы наш город вернул к себе былую славу города Яблок, чтобы горожане наконец в принципе поняли, что город это живой организм и требует любви, заботы и ухода. Поддержали нашу акцию очень многие как горожане, в смысле вот, физические лица, так и ряд ассоциаций. Среди них значит, сообщество «Истинные алматинцы», ассоциация ветеранов «Альфы», ассоциация ветеранов спецназа. Поэтому на самом деле, когда мы бросили вот этот клич, очень много ребят с открытой душой отреагировали правильно и примут участие в нашей акции. Призываем всех неравнодушных, пожалуйста, добро пожаловать. Спасибо. Гульзира, вам слово. Добрый день всем собравшимся. Ребята с фонда «Эльдани» тоже решили активно поучаствовать в этой акции. Мы делаем вот такие яблочки из керамики, которые будут выставляться на продажу по 500 тенге. Это стоимость материала, который используется на это яблоко. То есть в этом смысле ребята решили именно поддержать акцию таким вот способом. Яблоко будет символом нашего города, ну вообще оно является символом города. И в то же время это будет символ того, что каждый, кто захочет купить это яблочко, он уже является
активным участником и активно поддерживает нашу акцию. На самом деле очень много людей откликнулись просто так, и многие люди, даже не живя в городе, которые уже переехали в Астану, например, они передают деньги, чтобы мы могли закупить еще больше саженцев для горожан, потому что все саженцы будут раздаваться бесплатно для того, чтобы любой человек мог посадить любое дерево у себя даже в приусадебном участке. Спасибо. Спасибо. Еще думаю, дорогие друзья, спасибо, что пришли. Хотел бы в первую очередь выразить, наверное, благодарность инициаторам этого проекта, это Бикнуру, Константину, Ирлану. Почему мы поддержали, как велосообщество Казахстана, этот проект? Потому что мы видим всю сложившуюся ситуацию, экологический вопрос, то, что он ухудшается из года в год, и нашим велосипедистам приходится порой даже ездить в городе в респираторах, так как нет свежего воздуха, кислорода. Ну и спортом заниматься с каждым годом все становится сложно. И в связи с этим мы, как спортивное сообщество, решили тоже внести вклад в это движение, присоединиться, сажать деревья, чтобы экологическая ситуация в городе хоть на чуточку стала лучше, и это стало бы один из этапов в улучшении этой ситуации. Спасибо всем, также присоединяйтесь. Жанна? Добрый день. Я тоже присоединилась к этой акции, потому что я считаю, что наш город заслуживает того, чтобы жители о нем позаботились. Мы можем долго уповать на Акимат или там другие службы, но если пока мы не будем ничего делать сами, пока мы не захотим сделать наш город лучше и потратить на это время, я думаю, что мы не можем рассчитывать на то, что ситуация изменится. У нас действительно плохая экологическая ситуация, и мы вот все объединились вокруг Нурлана Стамбекова. Я считаю, что эта акция у нас не будет одноразовой, мы будем делать это постоянно, но не только сажать деревья. Сейчас у нас очень много уже новых задумок. Мы хотим эту акцию расширить. То есть мы, люди яблочного города, хотим позаботиться о нем. Спасибо. Ну, может, кто-то подробно расскажет, как это будет выглядеть? Гульзира, Алия, может, да? Да, давайте я расскажу о кратенько, формате, да, как это будет происходить. Поскольку саженцы в один день мы оценили, посадить будет маловероятно, поэтому мы распределили свои силы, и большая часть саженцев, она будет посажена 5 апреля, уже в эту субботу. Саженцы будут раздаваться с 8 до 10 утра по определенному адресу, это Абая Жирокова мы определили, и с 8 до 10 утра, и тем людям, у которых нет транспорта, мы эти саженцы доставим, скажем, к дому практически. И 12 числа у нас будут более, скажем так, масштабные посадки на общественных местах в том числе. И которые, я так полагаю, завершится праздником, да, концертом. Окей, об этом еще будет рассказано. В общей сложности мы планируем посадить за все эти дни порядка более 6 тысяч саженцев, ну, различных деревьев. И, ну, все, наверное. Единственное, я хочу добавить, что саженцы будут раздаваться именно тем горожанам, которые подавали заявку. Все те, кто не успел подать заявки, кто хочет в дальнейшем участвовать, это мы оставляем на следующий этап, это, скорее всего, будет осень. То есть, я думаю, отчаиваться не стоит. Это не последний раз, когда мы будем активно садить деревья. Хорошо, спасибо. Еще один такой момент. Значит, сейчас нашему сообществу Алма-Кала очень помогли социальные сети. То есть сейчас социальные сети выполняют роль объединяющего фактора, и все желающие, кто хочет присоединиться к этой группе, эта группа открыта в Facebook сообщество Алма-Кала. Еще можно зайти на сайт almakala.kz. Да.
Да, кстати, это очень тоже важно, потому что план посадок, уход, как правильно сажать, все написано. Мы будем раздавать дополнительную информацию, печатную, вот, но ну, всегда можно посмотреть это на сайте almakava.kz. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Микрофон. В случае очень плохой погоды, что будем делать? То есть мероприятия, ну, как-то эти посадки будут перенесены, может быть, или все-таки что-то предусмотрено в этом плане? Спасибо. Матч состоится при любой погоде. То есть откладывать куда-то первый шаг мы считаем неправильным, поэтому в любую погоду мы будем садить деревья. Скажите, пожалуйста, газета «Силовой Казахстан», Айгуль Бесенова. Мне вот интересно, более 6 тысяч саженцев вы намерены высадить вот буквально в два этапа, вот 5 числа и 12, 29, то есть каким образом, в общем-то, будут ухаживать за деревьями, за саженцами? Это же все не так просто, потому что зачастую так бывает, что саженцы как бы посадили, а дальше уже как хотите. Дальше мне, в общем, интересно, какой из районов города наиболее активно принял участие в вашей акции? Спасибо большое. Значит, я по порядку отвечу. Первое, мы, конечно, учитываем этот вопрос, потому что мы видим, как много людей пытаются, когда сажают, и когда нет соответствующего ухода, бывает, то есть, что все это гибнет. Вот. Мы как раз и распределили свои силы таким образом, что мы даем очень много деревьев частникам. Это люди, которые будут сами ухаживать. У нас будет интерактивная карта, по которой мы это можем отслеживать. Вот. И следующий момент – это что-то мы передаем на баланс города, и что-то у нас будут… у нас есть спонсоры, которые как бы взялись ухаживать в течение там, какого-то времени определенного, чтобы они принялись, и чтобы потом передать на баланс. По поводу, наверное, района, это, если говорить… О районе, то есть это же Тысуйский вот этот, да? Большая часть, да, большая часть саженцев, она будет высажена в Туруксибском районе. Это самый активный, скажем так, район получился. Ну и в центре города, конечно, было очень много заявок тоже. Еще Казгу. Казгу тоже принимает участие, поэтому дает свои площади. И Бутаковка. Бутаков, правильно я говорю? Район, да. Район Бутаковки? Медовский, да. Район. Медовский район. Медовский район. Мы там выделили, там есть пустыри, которые мы взялись и облагородить. И, конечно, небольшие участки по городу в разных местах. То есть это, возможно, возле школ, дворы и тому подобное. То есть еще хотела добавить, что на самом деле, когда мы запрашивали заявки на саженцы, первым условием было то, что человек, который берет саженцы, он как бы берет на себя ответственность за этим саженцем ухаживать хотя бы в течение года, для того, чтобы дерево принялось и поднялось. Когда мы обзванивали уже вот перед тем, как снова уже определить конечные количество саженцев, мы еще раз подтверждали то, что человек, который берет эти саженцы, он берет на себя определенную ответственность. То есть здесь не было такого, что мы просто раздаем только для того, чтобы увеличить количество. Здесь именно было очень важно качество. Еще такой момент. Еще один есть момент, что мы должны учитывать, что при посадках, всегда при массовых посадках и не только массовых, учитывая разные районы, разную почву в городе, другие составляющие факторы, там агрессивная среда или еще что-то, мы учли, что до 20% посадок может погибнуть. Но учитывая, что то есть, если мы эти акции будем проводить постоянно, то я думаю, что со временем мы сможем превратить наш город в сад. Спасибо. Вопросы? Есть вопросы? Нет вопросов? Есть, пожалуйста. Владимир Прокопенко, Тенгриньюс. Скажите, пожалуйста, вот подача заявок получается уже закрыта, да? То есть уже списки сформированы, и ну, больше желающих не смогут.
Вы можете, да, к сожалению, сейчас на данный момент, ну, на 5 и на 12 число у нас уже сформированы списки, но у нас продолжается работа, мы не останавливаемся, и у нас получилась очень большая, хорошая команда единомышленников, которая продолжает работать над другими проектами, и мы планируем сразу же, то есть вы знаете, деревья надо сажать весной и осенью, на осень мы уже начнем собирать заявки сразу, как после посадим 12-го. Еще момент такой, вы не забывайте, что это не только посадка деревьев. На 12 число объявили общегородской субботник, вы смело можете поучаствовать просто в смысле в субботнике. Основная идея даже не то, чтобы прям засадить весь город яблонями, а в том, чтобы сделать первый шаг вот именно в консолидации горожан в одном едином порыве, изменить ситуацию экологическую, в том числе в городе, к лучшему. А вот заявки подавались на протяжении какого времени? Заявки подавались на протяжении какого времени? На протяжении полутора месяцев мы принимали заявки. Да, в феврале и март, по сути, до 15 марта мы принимали заявки. Или, и даже по факту, по сути, даже до...